Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Сейчас мы выполним упражнение номер 4 на странице 92 учебника математики для второго класса автора Маро. В этом упражнении мы должны сравнить числовые выражения, то есть поставить между ними знаки больше, меньше или равно. 2 умножить на 7 плюс 2. По 2 взяли 7 раз. И плюс еще один раз. По 2 взяли 8 раз. Справа также по 2 взяли 8 раз. Поэтому между этими выражениями ставим знак равно. 2 умноженное на 7 плюс 2 равно 2 умноженное на 8. 9 умноженное на 2 плюс 9 и 9 умноженное на 3. По 9 взяли 2 раза и еще один раз взяли по 9, то есть по 9 взяли 3 раза. Справа также по 9 взяли 3 раза, поэтому между этими выражениями, числовыми выражениями поставим знак равно. 9 умноженное на 2 плюс 9 равно 9 умноженное на 3. 2 умножить на 6 плюс 2 умножить на 3 и 2 умноженное на 8. 2, по 2 взяли 6 раз и еще по 2 взяли 3 раза. Всего взяли по 2 9 раз. А справа взяли по 2 8 раз, там где взяли 9 раз больше. Поэтому 2 умноженное на 6 плюс 2 умноженное на 3 больше, чем 2 умноженное на 8. 2 умноженное на 5 плюс 2 умноженное на 2 и 2 умноженное на 6. По 2 взяли 5 раз, а потом по 2 взяли 2 раза. Всего по 2 взяли 7 раз. Справа по 2 взяли 6 раз. Там, где взяли 7 раз, там больше. 2 умноженное на 5 плюс 2 умноженное на 2 больше, чем 2 умноженное на 6. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.